Одно из старейших учебных заведений Самарской области, Абшаровский государственный техникум, отмечает 80-летие. Все это время он был и остается настоящей кузницей кадров. Ежегодно выпускает порядка сотни специалистов. И именно здесь у будущих аграриев есть возможность освоить самую современную технику. И не только. Тему продолжит Татьяна Пудова. Раритетный снимок. Первый советский трактор «Универсал». За рулем ученики школы комбайнеров открыли ее в Абшаровке в 1935-м. Сюда молодежь направляли со всего Советского Союза, готовили профессиональных специалистов. Позже школу переименовали в училище, а в 2011 году преобразовали в Абшаровский государственный техникум имени Героя Советского Союза Василия Ивановича Суркова. Сейчас аграрное образование получает много молодых людей, однако работать на селе остаются немногие. Поэтому техникум внедряет инновационные методы обучения, а также укрепляет взаимодействие с бизнесом. Мы сейчас начинаем вот работать по посланию губернатора Николая Ивановича Меркушкина. Заключаем тройственное соглашение по подготовке кадров для именно работодателей и заключаем конкретно трехсторонние договоры на подготовку для предприятий сельхозназначения под конкретное рабочее место. В этом году техникум отмечает 80-летний юбилей. День рождения традиционно не обходится без подарков. Задачами сегодняшнего поколения и педагогов, и руководства техникума, и, конечно же, студентов стоит вот получить именно то образование, которое необходимо для сегодняшнего производства. Но самая главная задача, которая стоит перед нами всеми, это обеспечить продовольственную безопасность. Сегодня техникум готовит специалистов по четырем профессиям. Тракторист-машинист, автомеханик, повар-кондитер и социальный работник. И впервые в этом году выпустят мастеров сельскохозяйственного производства. Татьяна Пудова, Дмитрий Алатырцев, Новости губернии, Приволжский район.